Доброго времени суток, дамы и господа. Продолжаем прохождение динозавров. И Индоминус Рекс появился. В целом пока что непонятно, какой профит нам это дает, потому что вроде как денежек поступает не намного-то и больше. Надеюсь, что данный господин сбегать пока что не планирует, потому что я очень на это надеюсь, ибо это нам будет сейчас не по карману. Вроде чувствует он себя хорошо, если посмотреть статистику. Вот даже козу он съел, и в целом у него все отлично. Поэтому я думаю, переживать нам смысла пока что нету. Возможно, нужно будет это сделать чуть-чуть попозже. Сейчас мы с вами сразу же посмотрим, что все себя чувствовали нормально. Но вот единственное, что вот эти немножечко меня расстраивают. Я не понимаю, что у них тут за проблема, ведь у них проблем не было, да, и в целом все должно было быть хорошо. Давайте попробуем леса-то им добавить, чтобы было нужное количество. И вот вроде леса-то нужное количество, но буквально на тоненького, так сказать. Я не понимаю, почему это произошло. Потому что проблем быть не должно. Было вот 96, что вам еще надо? Еще воды? Куда я могу воду еще нарисовать? Тут у меня уже просто места под воду нету. На самом деле, вольер получился достаточно маленьким, что, конечно же, грустно. Я не очень понял, можно как-то мне все-таки воды-то нарисовать? Вот, 100% мы добились, леса достаточно, воды достаточно, здесь тоже всем хорошо. Это замечательно. С этими динозаврами тоже вроде разобрались. Давайте тоже проверим на всякий случай, потому что игра любит тут сама что-то менять. Хочет есть. Ну, странно, на самом деле, что ты хочешь есть, ты как бы можешь пойти вот здесь поесть, да, я так понимаю, и у тебя было бы все нормально, но ты почему-то не идешь туда. Давай вот этих вот проверим. 100% тоже все отлично. У этого господина все хорошо. И пока что проблема с баблом. Давайте посмотрим, что вообще у нас здесь происходит. 1048. По сути, я вывожу динозавров, которые мне не дают ничего. И это меня немножечко пугает, если честно. Почему это происходит, я понятия не имею. Ну, давайте смотреть по заведениям. Значит, вот это заведение денежку приносит. Вот это заведение 38 тысяч нам приносит. У нас тут в итоге с вами имбирное пиво и стейки. Но мы не построили ни одного заведения, связанного с сувенирами. Давайте попробуем эту оплошность, конечно же, исправить. Куда его строить? Хороший вопрос. Здесь, в принципе, еще достаточно места для того, чтобы воткнуть то или иное здание. И, наверное, это нужно делать. И, кстати, мне сказали обратить внимание, что все-таки вот это нам бабло приносит, да? Но я, если честно, не понял, где это дает нам бабло. Я вижу, что это позволяет вместить 1000 гостей. Возможно, все-таки мы таким образом увеличиваем количество гостей, находящихся в парке, но все-таки не бабло. А вот те самые гости, которые к нам приезжают, уже нам дают то самое баблишко. В принципе, можно было бы построить еще вот сюда одну гостиницу. Места здесь еще предостаточно, конечно, мешает немножечко вот этого топора, но переделывать что-то здесь, наверное, смысла нету. Почему-то нам говорят, что нет электроэнергии. Я вообще, если честно, не понимаю, что у меня тут происходит и где электроэнергии недостаточно, но вроде вот все подключилось, и здание мы отремонтировали, ну, наверное, потому что я еще в прошлый раз сюда задачу указал. Но вот что я точно вижу, это нехватка напитков вот в этой вот области. И этот вопрос надо, наверное, решать. Я вообще планирую здесь сделать еще один бассейн, как вы помните. А вообще я не очень понимаю, что мне делать с этой гребаной экономикой, потому что что-то экономика мне делает голову. Ну да ладно, давайте попробуем все-таки построить по напиткам какое-нибудь заведение, которое, возможно, нам что-нибудь да поможет заработать. Ну вот, например, вот здесь, мне кажется, будет неплохо. И электричество есть, и охват неплохой. Я имею в виду красную зону. Плюс у нас тут рядом есть монорельсовая дорога, которая обязательно нам привезет сюда людей, желающих попить. Давайте дорогу также подсоединим. У меня какие-то с ней вот проблемы, я не знаю почему. Ну-ка, давай вот так. Вот, вот так вроде проблем нет. Ну и конфигурацию, само собой, будем настраивать. Здесь мы модуль выберем какой-нибудь для всех. Ну и потом поедем по классической накатанной схеме, когда будем добавлять все, что видим. Да, например, вот это вот. Нам нужно что-нибудь вот для этих господинов тоже возьмем. Здесь можно выбрать что-нибудь, например, вот такое. Так, мы и не разобрались, кстати, толком с этой механикой, если честно. Я не знаю, насколько это все правильно, но я вижу, что прибыль здание уже приносит. Это меня радует, конечно же, несомненно, но тем не менее, эта прибыль не постоянно. Видите, вот сейчас вроде плюс, потом вроде минус. Ну, короче, нам нужно сейчас увеличивать прибыль в тех местах, где мы строим новые вольеры, за счет того, что строим там магазины, насколько я понимаю. И какого-то еще варианта развития событий я, если честно, не вижу. Давайте-ка еще вот для этих дядек мы что-нибудь дадим. И вот нам показывают, что в итоге минус 750. Возможно, это временное явление, это сейчас пройдет, но все-таки работает, это максимально странно. Вот уже опять минус 1100. То есть, почему это сейчас минус 1000, я не понимаю. Есть вот такая вот задача, добыть мегалозавра. Что нам это даст? 570 тысяч, кстати. А мегалозавр это кто? Наверное, этот мегалозавр стоит как самолет, и, соответственно, я его когда буду добывать, я потрачу намного больше, чем заработаю. Ну, 850 тысяч стоит, надо как бы не раз сюда скататься и, соответственно, потратить, ну, много бабла, да, то есть это как бы вообще нерентабельно, и смысла в этом никакого я не вижу. Давайте еще посмотрим по зданиям. По напиткам нормально, я вижу, что по
стейком нормально. Где у нас сувениры? Ну-ка, давай-ка, барбекю. Игрушки трансформера. Вот, видите здесь, как все плохо. Вот это действительно нехорошо. И надо куда-то приделать какой-нибудь магазинчик. Но я, если честно, не очень понимаю, куда. Либо сюда тянуть электричество и делать его сразу здесь. Наверное, в этом тоже есть смысл. Ну, либо я не знаю. Хотя электричество здесь присутствует. Давайте просто попробуем еще один магазин построить. Ну-ка, подожди. Надеяться на прибыль. Ну, минус 3000, ребята. Я не понимаю, как работает экономика в данной игре, потому что, мне кажется, она просто упоротая какая-то. И я больше прибыли, точнее убытков получаю, чем прибыли. И как бы меня это, если честно, начинает уже подбешивать окончательно. И рано или поздно мое терпение лопнет. Потому что хочется поиграть, а не сидеть гриндить бабло, если честно. Но игра нам такой возможности как бы не дает. Говорит, что нету электричества при том, при всем. Да, то есть, ну, тоже классно, почему бы и нет. Умные игрушки, конечно, хорошо. Игрушки-трансформеры у нас есть. Давайте вот одежду для отдыха выберем. Я сейчас попробую в очередной раз что-то настроить для того, чтобы как бы всем угодить. Но, опять же, непонятно, кому это нахрен надо, кроме как мне. Я не гордый, я, конечно же, покликаю и попробую добиться какой-то прибыли. Потому что прибыли в этой игре добиться, ну, супер сложно. Просто максимально сложно и непонятно, каким образом это вообще все нахрен работает. Но вот, тем не менее, мы что-то с вами увидели. Недостаточно электроэнергии. Скорее всего, это связано с тем, что у нас, в принципе, ее недостаточно. 60-60. Да, и здесь 60-60. Ну-ка, давай-ка, у меня же есть какая-то ячейка. Повышает мощность на 50%. Все, электричество появляется за 50 тысяч, никакой станции нам строить не надо, и что скажешь? Минус 12 тысяч. То есть вот это здание нам приносит минус 10 почти, это здание нам приносит минус 12 тысяч. Какого хрена здесь происходит, я пока что не понимаю. На самом деле я максимально уже на пределе, потому что, ну, это какая-то шляпа, я не очень понимаю, зачем они это сделали и каким образом это на самом деле работает. Может быть, мне надо пропускать какие-то огромные места между вольерами для того, чтобы строить магазины. Возможно, в этом есть смысл. Хорошо, я вас услышал, мы будем пытаться это сделать, но в любом случае работает это как-то через одно место, и мне кажется, так это быть не должно. В принципе, наверное, добрую половину парка мы уже так с вами застроили по-хорошему. И, кстати, у меня здесь же отъехали динозавры, да? А я что-то здесь с этим делал? Да, у меня есть два апатозавра, давайте глянем. Они в нормальном состоянии, в принципе, можно их вывести. И, наверное, на этом нам быть довольными. Но довольными быть не с чего. 630 тысяч, конечно же, как мы понимаем, это не очень приятно. Но я думаю, что есть смысл потратить, потому что апатозавров больше нету. Они, ребята, относительно привлекательные. Ну, вот на примере вот этого динозавра, у него привлекательности 285, 3 звезды. Ну, хоть что-то, так или иначе. Здесь у нас получается что? Здесь у нас получается Indominus Rex, который, наверное, самый популярный динозавр в этой игре. Я не знаю, есть ли еще какие-то гибриды, наверное, пока что нету. У него получается 1850. Но это такая запредельная цифра, она, в принципе, приятная. Короче, у меня есть такое предложение. Во-первых, я сейчас пройдусь по всяким разным вот этим вот штучкам, да, потому что, как мы знаем, это гости тоже любят, и мы должны повысить их комфорт. Возможно, за счет этого мы вывезем с вами и выручку. Ну, вот туалеты, например. С туалетами вообще какая-то проблема, и вот здесь я не вижу какого-то варианта еще что-то строить, кроме как того самого туалета. Контракты на замену. Список контрактов обновлен, чтобы это ни было. Ну, мне сейчас менять ничего не надо, я пока что занимаюсь как бы туалетами. У меня вроде и способность пропускная хорошая, и все нормально, но вот что-то как-то не так. Доходы растут. 1 129 000. Действительно, кстати, доход вырос вот с того момента, как мы посмотрели, но и расходы как бы растут, будем честны, да, поэтому двигаемся ли мы вообще куда-то, непонятно. Здесь минус 12 тысяч, здесь-то что? И здесь минус 8. Короче, мне нужен какой-то вольер вот здесь. Наверное, не очень большой, да и вообще хватит ли мне на какого-то динозавра, да и какого динозавра я здесь буду выводить, я пока тоже не очень понимаю. И потихонечку начинаю гореть, конечно же, с этой со всей историей. Значит, у нас есть маньюгозавр. Ну, мы знаем, что хищники, они самые классные, они самые привлекательные. И они всем нравятся. Но как бы насколько мы готовы это сейчас все организовать, я пока не знаю. Цератозавра мы не выводили, да, насколько я помню, тоже есть 73%, но этого маловато, конечно. Метриоконтрозавр, а вот у нас есть тираннозавр неполный, но набрать мы его не можем. Можем попробовать, конечно, сделать кого-то нового. Они могут с анкилозавридами спокойно жить. А анкилозавридов у нас, по-моему, сейчас как бы и нету толком, да? Где у нас вообще посмотреть? Нам нужен анкилозаврид или кто-нибудь, кто будет с ними дружить. Ну-ка, ты с кем дружишь? Тоже с анкилозавридом. Слушайте, а кто у нас анкилозаврид? Вот кто мне скажет? У нас вообще его нету, походу, и нам надо за ним как бы ехать. Насколько я готов сейчас за кем-то ехать, я пока не знаю. У меня есть какие-то окаменелости, давайте тоже на них глянем.
Ну, у меня тут плезиозавр, я все пытаюсь в какую-то воду уйти, да. Есть тератозавр кусочек, есть еще плезиозавр, который не добирается до конца. И знаете, наверное, пока что я не буду ничего изучать, я подожду. Я куда-то ездил на локацию, где было два динозавра, да. Да, вот сюда я ездил, 600 тысяч на это тратил, но сейчас я такое бабло вкладывать не хочу. Ну, давайте попробуем действительно кого-то сфоткать. Мне сказали, что вообще почему бы и нет. Я думаю, ну давай попробуем. Дружище, а посмотри-ка в кадр, потому что мы хотели бы на тебе заработать бабла. Ну, блин, что-то он не хочет смотреть в кадр. Я, конечно, подъеду сейчас поближе и посмотрю, что здесь у нас происходит. Блин, а он нападает, смотри-ка. Он прям бежит на нас. Ни хрена себе. Ну-ка, а вот такой кадр-то должен дорого стоить. 117 тысяч. Действительно неплохо. И, по-моему, да, по-моему, меня сейчас немножечко снесут. Насколько я смогу встать на колеса, я не уверен. Но я попробую сейчас еще раз его щелкнуть. Может быть, какое-то бабло получу. А вот там на фоне маленькие еще динозавры бегают. Мне кажется, охренительный кадр, можно еще бабла насыпать. Да, действительно, 131 тысяча я отправляю. Ну, хоть какое-то бабло. На самом деле, это имеет место быть. Наверное, мне есть смысл сгонять сейчас до Indominus Rex, либо поймать тот момент, когда здесь кто-то будет. Я пока что не вижу никого. С этой штуки я фотографировать не могу. Где еще у меня есть сейчас рейнджеры? Может быть, в каком-то вольере они присутствуют? Но, если честно, мне очень лениво самостоятельно-то кататься. Поэтому я буду, наверное, ловить тот самый момент, когда у меня рейнджеры, а вот они, например, сейчас здесь, управлять напрямую, и я буду фотографом от бога, так сказать, да, давайте попробуем. Ну, вот здесь, я не знаю, игра-то видит, что здесь динозавры, мы-то еле-еле их видим, 3 динозавра в кадре, ну и что скажете по этому поводу? Ну, это еще 90 тысяч, да, это приятно, и нам бы сфоткать тогда динозавров с длинной шеей, я только их не вижу в этой листве, они, конечно, с длинной шеей, но трава здесь тоже, точнее деревья, они тоже не маленькие. А, так вот они, погоди. Так вот они двое, видите их? Ну вот, а я их вижу, как бы. Вот они здесь, вот раз, видите, за деревом спрятался, а вот два. И мы сейчас попробуем вот так вот щелкнуть и посмотреть, что из этого получится. Но это еще 94 тысячи. Слушайте, ну можно так и разбогатеть, да, согласитесь, накопить даже на какого-то нового динозавра. Ну, если честно, фигня полная, как бы заниматься вот этой вот шляпой и кататься по вольерам. Ну, а что делать-то? Надо будет сейчас до Indominus Rex добраться каким-то образом, наверное, до этих хищников. И все-таки пытаться что-то сделать с тем, чтобы же гости были довольны. Что сейчас с прибылью? Я что-то построил. Ну, как бы расходы выросли, доходы выросли. Вот эти магазины, ну-ка покажи, минус 14, этот до сих пор минус 10, то есть что от меня требуется, я понятия не имею, нет, вот это мне не надо, дайте мне все-таки, а, кстати, а развлечения для гостей-то мы не хотим построить, что нам дает развлечение для гостей в итоге, увеличивает привлекательность парка на 100, и не хотим ли мы где-нибудь вот здесь вот это приделать, да, как вам такая идея, слушайте, а я могу вот так даже строить, это в принципе классно же, мне что не мешают эти штуки, давайте попробуем привлекательность вот в этом месте увеличить, потому что, ну я не знаю, вот так вот бахнем, здесь даже дорогу не надо подводить, вот так вот сделаем для всех, ну 200 тысяч я потрачу. Я сейчас заработал эти деньги за то, что фотографировал. Ну и надо, кстати, периодически ловить тот момент, когда здесь окажется у нас рейнджер. Я думаю, что... Блин, какая нахрен угроза? Вот как они улетают? Как они отсюда улетают? Я понятия не имею, но они все-таки это делают. Я вообще не туда зашел. Мне нужен вертолет вот отсюда. Дайте мне, пожалуйста, вертолет. Я поехал ловить. Кстати, давайте динозавра выпустим, потому что он готов. И нам он нужен. Выпустить, конечно же, с вертолета, дружище. Вот сюда прилетай. Ты здесь будешь долгожданным гостем. Ну, по-хорошему, нам бы как-то поехать в эту сторону на нашей замечательной новой машинке. И на машинке, не на машинке, а на поезде. И, соответственно, где-то потом в итоге соединиться. Надо будет продумать этот момент. Здесь уже край карты, кстати, поэтому особо далеко-то не уедешь. Что по баблу? Может быть, что-то изменилось? Ну, вообще класс. Миллион мы стали тратить. С чего вдруг, я не понимаю. Просто бах и миллион, да? Минус 7 тысяч, минус 600. Минус 600, смотрите, мы кого-то привлекли, я так понимаю. Вот это денег вообще не приносит. Всем, в принципе, насрать на это здание. Ну, короче, какие-то тут гости есть, каких-то гостей нету. Мы просто не получаем прибыль, чтобы вы понимали. У меня прибыли 2000, это просто охренительно. Тот самый момент, когда мы сейчас будем фотографировать. Правда, машину немножечко покоцали, она дышит уже на ладан, поэтому давайте мы попробуем сейчас найти динозавра, чтобы он нас не съел, самое главное. Вон он там шарится, блин, машина скрипит, пердит, что-то тут происходит. Ну-ка давай-ка, дружище, иди-ка сюда, я тебя посмотрю. Опа, нападай, нападай. Ну-ка давай вот так его сфоткаем. Сколько денег? Во, вот это я понимаю, 170 тысяч отправить. Ну-ка подожди, а еще разочек давай попробуем. Самую суть этого динозавра. Очень неплохо. Охренительно, дружище, нахрен ты влезаешь в мой разговор? Не люблю, когда они разговаривают параллельно. Так, дружище, я на тебе планирую заработать больше всего бабла, да, потому что ты есть, и я буду этим пользоваться. Ну все, тут уже бабло как бы по 26 тысяч, как бы, давайте все равно согласимся на то, что мы заработали с вами какую-то сумму на этом, но сумма достаточно смешная, типа в районе там 250 тысяч. Хотя наш банк потихонечку пополняется, может быть, прибыль вернулась. Ну, 105 тысяч мы получаем, там плюс 3, 108 тысяч, как бы, это полная фигня. Кстати, напитки начали приносить прибыль.
прибыль. Смотрите, здесь у нас сувениры пока что прибыль не приносят. Давайте проведем эксперимент. Значит, мы посмотрим сейчас, что еще не хватает. Вот ты у нас что? Ты у нас стейк, ты у нас, получается, имбирное пиво. Напитков не хватает типа в этом углу, еды не хватает типа вот здесь. Насколько она нужна? Я могу построить сюда маленькое или среднее заведение с едой. Я, конечно, уже устал это все настраивать, но у меня кто-то помер. А кто помер-то? Ты кто вообще? Не знаю, кто это. Не знаю, кто это. Возможно, это летающий, которого я забыл перевести. Ну-ка, подожди. Да, скорее всего, это он. Ну, сорян, бывает такое. Я отвлекся. Думаю сейчас немножечко про другое. Так вот, если мы разместим среднее заведение, например, в данном случае с едой, которая здесь так необходима, например, вот сюда, да, потому что, ну, оно что-то покроет, либо, наверное, лучше, может быть, даже где-то и по центру бахнуть. Понятно, что если здесь строить вольер, мы будем отступать какое-то количество места для того, чтобы всем это нравилось. Здесь у нас будет заведение с едой, пускай здесь будет, я не знаю, что, пончики уже были, стейки-то уж подавно были, везде одни стейки и пончики. Ну, давайте вот такую вот корейскую еду здесь просто сейчас перенастроим таким образом, чтобы все это подходило для всех, например. Ну, я не знаю, как-то так, например, вот так. И что еще надо? Нужно еще вот для этим господина. Все, замечательно, это здание построили, и теперь мы проводим эксперимент. Мы берем сюда и строим, например, среднюю гостиницу, ну, точнее, малую в данном случае, прямо вот здесь по центру, вот таким вот образом. Она дотягивается до особей с той стороны, и, скорее всего, она дотянется до особей, которые будут у нас на другом, в другом вольере, который рано или поздно может появиться. Я не знаю, насколько он вообще появится, потому что пока что по подозрениям все у нас плохо, как бы, и сидеть просто без денег я бы тоже не хотел. Но мне интересно, привлечем ли мы сюда таким образом гостей, которые начнут ходить вот в эти магазины прямо с ускоренным темпом, потому что нам это сейчас очень надо. У меня еще одна мертвая особь, давайте посмотрим, кто это. Кто это на этот раз? Давайте глянем. Я думаю, пару зуалов, может быть, нет? А кто у нас умер-то? Я что-то никого не наблюдаю. Где у нас смерть? О, стегозавр. Слушайте, ну неприятно, кстати, одиночество. Надо стегозавров сейчас будет клепать, потому что другого варианта у нас нету. Давай, убираем тебя. Я сказал, убираем тебя. Блин, вот есть такая темка, что и в них сложно попасть, когда они в деревьях. Вот я вроде нажал, а я ни хрена не нажал, видите? Вот, теперь вроде среагировал, и все нормально. Но смотрите, видимо, у вас рейтинг удобства 100-0. Классно. Местная привлекательность 0. Ничего не поменялось. Но вот это здание расходует деньги. Почему-то расход нам не показывают. И это достаточно странно, это достаточно неприятно. И что с этим делать, я пока не очень понимаю. Насколько здесь пользуются транспортом, тоже непонятно, потому что здесь нету никакой статистики. Ноль, просто ноль. Ну, потому что сюда некуда ехать. Здесь нужно делать несколько вольеров, делать вот эту вот еще одну лужу, для того, чтобы сюда кого-то заселить. Но нам бы тогда, по-хорошему, для того, чтобы сделать лужу, наверное, все-таки потратиться на поездку. На поездку я имею в виду за динозаврами, которые у нас находятся вот здесь, где они там были. Давайте вот сюда, потому что здесь как бы два зайца убьем, попробуем, по крайней мере, само собой, бюджетные экспедиции, само собой, ускоренные экспедиции, да, ведь у нас были, или у нас не было ускоренных экспедиций? Нет, ускоренных не было, было хорошее влияние, поэтому 420 тысяч мы всего лишь на это тратим, надеясь, опять же, на какие-то камушки. Как вы помните, здесь еще что-то осталось, плезиозавра там осталось совсем копейки вообще, и мы сможем строить еще один бассейн. В целом, бассейн, он как бы не очень-то и дорог. Где вот эти контракты? Дайте я посмотрю. До сих пор вы проявляли недюжинные способности. Посмотрим, справитесь ли с новой задачей. Замечательно, давайте сейчас попробуем. Забота о гостях, постройте заведение для гостей. Вот, блин, где ты раньше был, давайте посмотрим. А, у меня отменилось. Постройте одно среднее заведение с модулями, да? И это дает нам 660 тысяч. Хорошо, давайте подумаем, где нам это заведение может понадобиться и какое. Потому что сейчас, по-моему, нам ни одного заведения как бы толком-то и не надо. Блин, ну сносить то заведение и строить новое, это, конечно, глупость, да? Потому что, ну, здесь минус 8, здесь минус 10... Здесь минус 5, ну как бы и чё? И как бы и чё вы от меня хотите, я понять не могу. Сюда вам построить маленькое заведение, может быть? Это что у нас? Это имбирное пиво. А мне надо среднее. А зачем мне маленькое? Среднее сколько стоит? 50 тысяч, правильно? Сюда оно, конечно же, не влезает никаким образом. Опачки, подожди. Подожди, а это не то. Мне надо что здесь? Мне надо напитки типа здесь построить. Но оно же не будет пользоваться совершенно никакой популярностью. Я это строю только для того, чтобы выполнить задание. Как бы я не против, если халявные деньги, то почему бы и нет? Я, конечно, сейчас настрою здесь каких-то модулей. Если оно будет вообще кошмарное, мы, конечно же, его снесем. По сути, есть смысл сейчас уже сносить то, что я настроил. Ну, точнее, не уже, а пока что сносить. А потом, может быть, возвращать, потому что, ну, совершенно не приносит это никакого бабла. Надеюсь, что когда мы здесь построим свои пару вольерчиков, потому что вольер нужен вот здесь явно, и здесь нужна лужа, соответственно, ситуация изменится. Но это не точно. Давайте я вам расскажу, что вот это заведение помогло мне выполнить задание на 360 тысяч или на 660, и оно успешно отъезжает, потому что оно приносит минус 20 тысяч, мне такие расходы не к чему.
Ибо у меня выручки, ну, просто катастрофически мало. Это просто кошмар какой-то. Вот я пока не понимаю, что нужно сделать. Я не буду сносить сейчас вот эти здания. Я бы хотел бы еще контракты посмотреть, потому что это какое-то бабло. А, задание вот здесь, да, выполнено. А где эти контракты-то можно было посмотреть? Я что-то не понял. Здесь я их не наблюдаю. Рейтинг парка, понятно, гости и так далее. Давайте посмотрим по зданиям. Ну, вот смотрите, содержание вот этих зданий для, с едой у меня как бы намного больше, чем прибыль. И здесь везде так, понимаете? Это везде так. Доходы 300 тысяч. Так а что в итоге-то? Сколько я денег-то получаю? Как это понять? То есть прибыль 71 или содержание вот минус доходы, да, вот эти доходы. А, и чистый плюс. Все, теперь я понял. Вот это мой чистый плюс, как бы, с учетом того, что есть несколько зданий полностью, так скажем, приносящие убыток. И что, конечно же, печально. Ну, короче, ладно, мы сейчас ждем с вами добычу ископаемых. Будем смотреть, что из этого будет получаться. Короче, я думаю, что нам надо не сейчас не расширяться в ту сторону, расширяться именно в эту, потому что здесь и транспорт есть, и здания есть, и надо эти здания раскачивать. Образом таким только, когда мы увеличиваем количество особей рядом, и, соответственно, привлекательность конкретного места. Я думаю, что какого-то другого варианта у меня просто нет. По туалетам-то есть какие-то вопросы вообще? Да, вопросы есть по туалетам вот здесь, и это нехорошо. Давайте тогда, раз местечко осталось, мы с вами туалет сюда попробуем приделать. Ну вот вроде он как бы помещается, еле-еле, конечно, но помещается. Это говорит о том, что это уже хорошо. А вот это мы построили, что-то с туалетами какая-то проблема неожиданно. Может быть, здесь привлекательность увеличится, они все пойдут в туалет. Ладно, тем временем мы добыли с вами какое-то количество камней, это значит, что надо перейти к окаменелости, мы посмотреть, что привезли. Но я так понимаю, что мы добавляем сюда еще немножко плезиозавра на 100%, это замечательно, это значит, что водную особь можно уже с вами потихонечку заводить. Нам что надо здесь? Нам нужно что-нибудь типа хорошего влияния, опять же, да, 50 тысяч в любом случае. Денежки, кстати, никакой вообще не привезли, что достаточно грустно, но можно потихоньку продумывать историю с новым бассейном. С новым бассейном, который будет у нас вот здесь. Вот опять же, я ставлю здесь какое-то место, да, соответственно, это место, конечно, замечательно, но насколько замечательно? То есть я что сюда буду строить? Огромное количество магазинов, но вот здесь влезает у нас гостиница. Ну, я видел, что ты влезаешь, не говори мне только, что ты не влезешь. Уж, пожалуйста, будь так добра. И как бы здесь будет вид у нас и туда вниз, и туда наверх. Ну, как бы 375 тысяч. Пока что я не буду этого делать. Ну, как бы наметили это место, да, по крайней мере, под это здание, потом уже будем смотреть. Да и плюс технологии бы хотелось поизучать. Кстати, вот знаете, что я подумал? Я вот этих вот не фоткал. Ну-ка, иди-ка сюда. Где вас там двое? А где твой кореш вообще? Там у нас гиросфера катается, это у нас не кореш. А где кореш? Кореша я не вижу, да? Там оттуда кто-то едет. Слушайте, ну да, без кореша, походу. Я хотел двух сразу сфоткать в этой болотине. Но походу будет у нас только один. О, он еще и питается в этот момент. Я думаю, что это вообще будет кадр просто века на 30 тысяч. А давай еще раз попробуем. Может быть, сейчас он начнет есть и что-то произойдет. Вот, вот он охотится на рыбу. Ну-ка. И здесь еще 20 тысяч. Слушайте, ну ладно, копейка как бы рубль бережет. О, ни хрена себе, я вовремя вышел, мне машину немножечко толкнули. Поэтому так или иначе, наверное, все-таки это нужно иногда действительно делать. Я еще не фоткал, получается, вот здесь. Надо поймать тоже будет момент. А вот этот момент, как раз, вот этот момент мне нужно поймать. Ну-ка, дружище, стой, управлять напрямую. Давай. Давай-ка, сдавай заднюю, так сказать. Мы сейчас попробуем с тобой сфоткать вот этих господинов. Где они здесь? Вот, их несколько, и они, походу, собираются напасть, да? Да, он уже бежит на меня, фоткаем двух особей. С этого у нас получается, о, хорошо, 217 тысяч. Я просто фотограф от бога, да? То есть, вы понимаете, о чем я. Ну, давай попробуем сфоткать еще как-то здесь. Смотрите, луна еще. Я думаю, экспозиция хорошая. За что тут дают бонусы? Штраф за повторное, за повторение видов, типа, видите? Ну да, здесь так себе дали, конечно, бонус за экспозицию. Моя луна никому особо не нужна. Ну и хрен ты с ним. Новый полный геном у нас готов. Плезиозавр. Единственный вопрос, каким образом я буду его вывозить. Я, кстати, не посмотрел тогда, могу ли я отсюда вывозить на вертолете. Вот это проблема. И я пока не понимаю, что с этим делать, да. То есть, наверное, ничего. И я хочу еще вот что посмотреть. Я сейчас зайду вот сюда. И я сейчас посмотрю на морских рептилий. Плезиозавр у нас откуда? Блин, а плезиозавр-то у нас вот отсюда, их с ихтиозавром. Нам бы вот этих вот динозавров, они-то самые крутые морские рептилии, да? И нам нужно их изучить. 500 тысяч. Я думаю, что можно изучать. Бюджетные исследования, плюс нам нужны какие-то колбочки здесь, например, вот эти, а их не хватает. Блин, а что у меня? Самый крутой мой человек откисает, да, немножко? Ну, давайте, ладно, я сейчас кого-нибудь сюда засуну еще, например, тебя. 350 тысяч пойдет. Изучим вот этих, посмотрим, сколько стоит скататься за этим динозавром, и уже примем решение.
Так, погоди-ка, а вот этих-то я не фоткал еще, надо сфоткать, получается. А где они? Я вижу только козу, которая бегает. А вон динозавр. Ну-ка, иди-ка сюда, я тебя сейчас поймаю в объектив, так сказать. Давай-ка щелкнем тебя, посмотрим, что за это нам перепадет. Но это 38 тысяч, это, конечно, несерьезно. Это бабло нас не интересует, нам нужно что-то более существенное. Но у нас тут не очень много вариантов, к сожалению, поэтому... Я, по-моему, всех уже отфотографировал. Ну, вот этих я как отфотографирую? В воду, что ли, нырну? Понятно, что не получится. Акваланга у меня как бы нету, к сожалению. Поэтому будем обходиться тем, что есть. Значит, здесь по месту у нас что? Бесполезное место совершенно получилось. То есть здесь, наверное, надо было делать вольер чуть-чуть вот так, да, если вы понимаете, о чем я, в эту сторону расширяться, а с этой стороны строить что-нибудь другое. Ну да ладно, эти здания до сих пор находятся в заднице, но хотя убыток стал меньше, и вот это даже начало приносить прибыль. А вот это интересно, с чем это связано, пока непонятно. Возможно, все-таки, да, действительно подействовала гостиница, потому что особи подошли ближе, да, и, соответственно, люди их видят, и таким образом увеличивает привлекательность конкретного места. Видите, вообще, по привлекательности можно судить, точнее, можно судить по толпе вот этих людей, привлекательность места. Где больше людей, там привлекательнее место, и, соответственно, там работают очень хорошо все магазины. Я думаю, суть вы уловили, о чем я говорю. И вот как бы вот эти вот полупустые дороги, они, конечно, совершенно бессмысленны в этом плане и беспощадны. Нам нужно все-таки ставить какие-то вольеры, загоны и так далее. Значит, что у нас появилось? Давайте смотреть. Ты кто? Атенборозавр. Блин, 1 120 000. Вы охренели просто. Ну-ка, дай-ка я посмотрю сейчас вот здесь еще раз. Как вас там звали? Потому что эти названия я, как вы понимаете, в ноздри вертел. Эласмозавр и Атенборозавр. Боже, я вроде это выговорил. Давай смотреть. Значит, нам нужно... Нет, сюда нам не нужно, подожди. А нет, нам сюда тоже нужно. Ихтиозавр, а вот этот завр, вы поняли, о чем я. И, возможно, где-то еще что-то есть. Птеротодон, элосмозавр, хорошо, 960. Ну, я не знаю, есть смысл, наверное, вот сюда поехать. 1 120 000 это много. А кого я сейчас смогу вывести? Я пока не знаю. Блин, еще и 7 минут, ну вы просто охренели. Вы просто охренели, и у меня ученые находятся на отдыхе, поэтому мы подождем. Наверное, было непростительной ошибкой вот здесь не построить магазинчик, который занимается у нас сувенирами, да? И я пока не очень понимаю, как лучше сделать. Сделать его вот здесь или все-таки делать его на перекрестке? То есть вот этот вот вольер, ну-ка, покажите мне вот этого динозавра. Я сейчас попробую эту историю переиграть, так сказать, и уничтожить. Сколько здесь по зоне у нас? Область достаточно большая. То есть если я здесь съем кусок... Блин, а у меня здесь гребаная гиросфера, да? Так, изменить маршрут, ну-ка покажите-ка мне. Да, гребаная гиросфера прямо здесь. А как мне его изменить? Мне нужно снести тогда, получается. Давайте снесем вот так. Да я знаю, что путь не завершен. Чуть-чуть потерпите. Я сейчас попробую эту ситуацию исправить. Мне нужно резко повернуть вот сюда. И резко уйти вот сюда. Все, я думаю, что здесь мы все исправили. Так, сейчас проверю динозавров, что я там ничего не снес жизненно важного. 100% присутствует. Соответственно, теперь мне нужно этот угол освободить. Я сейчас сделаю, наверное, вот как. Я просто возьму вольер, загон, забор и бахну вот здесь его вот так. А здесь я его не бахну. А это что такое сейчас было? А, это ворота. Видите, какая фигня? То есть можно даже делать вот так. Есть ли в этом какой-то смысл? Я пока не понимаю. Блин, мне не нравится, что оно так прилипает. Зачем ты так прилипаешь-то? Отстань ты нахрен от меня. Дай мне сделать гребаную вот эту штуку вот так. Вот так я хочу сделать. Я вот так хочу сделать, чтобы освободить просто небольшой угол и здесь построить небольшое заведение, связанное с сувенирами, потому что, блин, я хочу посмотреть, может быть, у меня есть какой-то контракт. Где нахрен взять этот ваш контракт гребаный? Контрактов ни хрена нету, журнал заданий отсутствует. А где я посмотрел на эти контракты? Финансы, может быть? Так, в финансах тоже ничегошеньки нету. Здесь, может быть, где-то. Давайте посмотрим, понаблюдаем. Особи нам не нужны, давайте из них выйдем. Это все понятно. Заболевания... Полеоботаника, здание, понятно, особи, мир юрского периода. Слушайте, ну, как бы не знаю, давайте отметим здесь все как прочитанное. В общем, я так и не понял, где я могу взять эти контракты. Они сами, видно, периодически подъезжают, когда у меня не очень хорошо с баблом дела обстоят. Но, тем не менее, я все-таки попробую здесь бахнуть сувениры, которые сюда, конечно же, ни хрена не влезают. Здесь надо намного больше места, и это на самом деле очень грустно. Ну, в общем, здесь, конечно, красота вышла из чата, так сказать, но я переделал все-таки, я надеюсь, что сейчас сюда заведение-то влезет, потому что, ну, а какого хрена? Да должно, вот сейчас вот этот дом отсюда уберется, и, возможно, у меня что-то сюда поместится. Сейчас ждем, ждем не дождемся, потому что снос здания — это целая эпопея в данной игре, здесь постоянно какая-то жесть. А, у меня здесь еще заборчик лишний остался. Я уже подключил гиросферу заново, она сейчас поедет. Да, там, наверное, мы какую-то выручку потеряем, но в целом-то пофигу совершенно. И действительно, сюда здание помещается. Как лучше его разместить, я не знаю, и как у меня получается его разместить, я пока тоже не понимаю. Так, ну-ка, нет, все-таки вот так ты хочешь быть размещено. Так, у нас что? У нас здесь подарки, все правильно. Я тогда бахаю это вот сюда.
Конфигурацию сейчас настроим, и я надеюсь, что это даст нам прибыль, потому что место-то жирненькое. Сколько у нас? 1 165 000. Транспорт уничтожен. Ну-ка, покажите-ка мне. Транспорт действительно уничтожен? Ну, такое бывает. А где он уничтожен, как понять? У нас там какая-то болезнь. Этот транспорт мы восстанавливаем за полтинничек, он поехал дальше, и у нас есть травма, да? Ну, травма это, конечно, неприятно. Сейчас его надо обследовать сразу же, чтобы не тянуть. Зачем нам тянуть? И здесь все-таки немножечко поработать над тем, что происходит. Для вас есть новая задача. Действуйте. Спасибо, дружище, что разрешил. Постройте что-нибудь новое, продайте больше билетов в парк. Слушайте, что самое простое? Продать больше билетов в парк, потому что мы будем это делать постепенно. У нас будут просто непонятно еще условия задания, да? Почитать бы задание, как будет выглядеть. Я не могу, да, почитать, хотел сказать я. Продолжается. Сколько бы открытий я ни сделал, всегда узнаю что-то новое. Нужно охренительно. Нужно поместить в загон особь нового вида. Мы идем точно по графику. Так держать. Отлично, мы идем по графику. Я принял на тиранозавра Рекса задание. Ну, как бы я говорю, ну то, что нельзя почитать заранее задание, но это, конечно, мое почтение, само собой, и такого быть не должно. Я должен понимать, на что я жамкаю, а не жамкать чисто вслепую. Ну да ладно, жамкнул и жамкнул. Возможно, нам в дальнейшем дадут возможность это задание сменить. Действительно, контракты выдают совершенно рандомно. И что мы видим? Данное здание нам приносит уже 18 тысяч. То есть, все-таки моя теория была верна, и вот эти перемещения, они имеют место быть. У нас тем временем 4 миллиона, прибыль пока что, ну, чуть больше, чем было. Но все равно пока что она недостаточна для того, чтобы я чувствовал себя уверенно. Я вижу, что у нас есть травмы. Эти травмы, конечно же, надо подлечивать. Кто у нас травмирован, дружище? Ты или кто? Я не понимаю, кто травмирован. А, погоди, так эти травмы на месте лечатся, да? Судя по пластырю, давай подлечим тебя. Ты только никуда не сваливай нахрен. Комфорта у тебя нормально, поэтому сваливать ты не должен. Короче, нам нужно с вами что-то делать дальше. Давайте-ка мы заглянем вот сюда. У меня одна каменелась здесь, да? Нет, это неправильно. Это, конечно, нецелесообразно. Куда мы там собирались с вами ехать? Вот сюда, да? Да, 7 минут, 1 120 000. Дорого-богато, так скажем, да? Но а что делать? Надо ехать. Нам нужен кто-то еще, например, с хорошим влиянием. 5.5 минут. Блин, очень дорого. Очень дорого, очень долго, я бы даже сказал. Ну, 784 тысячи, все-таки это не 1 200 000, сами понимаете, поэтому я, с вашего позволения, отправлюсь в надежде, что еще какой-нибудь хороший камушек на 500 000 получу, а нам бы, на самом деле, еще бы тиранозавра Рекса получить, потому что если бы я сюда сейчас приделал тиранозавра Рекса, я думаю, что ситуация бы кардинальным образом изменилась. Стегозавры начинают отъезжать, нам нужно стегозавров выводить, потому что там уже одиночество, они сейчас беситься начнут ломать заборы, мне это нахрен не надо, я сейчас хочу посмотреть модификации, во-первых, что у нас по долгой жизни, потому что мы помним, что мы хотим долгую жизнь на максимум, да, желательно, это что у нас такое, вот так сделаем, давай, долгая жизнь на максимум, это совершенно профитная штука, если она прокает в эту способность, то тогда все у нас хорошо, и мы чувствуем себя комфортно, и у нас все замечательно вообще. Так, нам нужен бюджетный синтез, пожалуйста, хорошее влияние. Нет, на самом деле нам нужен кто-то другой. Ну, например, вот ты. 198 тысяч, поехали. Выводим 6 яиц, возможно, мы выведем их. И нам нужно обязательно вот здесь 2 одновременно тиранозавра выводить. Короче, тиранозавр – это вообще нормальная тема в данной ситуации, именно чтобы повысить популярность определенного места. В общем, здесь нужно локациями действовать, да, понимаете, о чем я. Нам сейчас нужно раскачать максимально вот эти вот магазины. Для того, чтобы их раскачать, здесь должен появиться динозавр. Здесь должен появиться динозавр. И тогда, возможно, что-то изменится. Вот, блин, еще Дракорекс отъехал. Ты что, дружище? Ты как там? Нормально вообще? Как у вас дела-то? Одиночества нету. Ну и на том спасибо. Короче, немножко времени я покручу. Давайте я сейчас на выручку, наверное, гляну. Больше всего я сейчас боюсь какого-то урагана. Выручка стала больше. Я не знаю, от чего это зависит, но это работает в общем и целом. Давайте-ка на эту часть парка посмотрим. Здесь все хорошо. Здесь как бы нормально. Мы, помните, здесь сносили магазин бессмысленный, совершенно, опять же, ненужный, поэтому все мы сделали правильно. Давайте посмотрим, что у нас получилось здесь. Господи, ну что вы, серьезно? Ну вы серьезно, вот такие вот динозавры. Вот этот рандом, это просто дичь. Я все понимаю, я согласен уже на все, но уберите нахрен этот рандом. Ладно, я сейчас вывожу динозавров более бюджетных, которые как бы в целом, ну ладно, там по 200 тысяч я пару раз попробую, да что-нибудь да выведу. Но потом, как бы мне надо выводить динозавров дорогих. Если я трачу 2 миллиона просто в холостую, это просто выносит мне мозг. Экспедиция что-то привезла, давайте на это тоже посмотрим. У нас, по-моему, остался, да, последний кусок метрия кантозавра. Возможно, с него мы пока будем начинать, потому что мне нужны еще виды в этой области, как вы помните. И вот он, Атенбара. Короче, вы сами читайте, я буду его потихонечку выводить. Есть вот такой вот ихтиозавр, маленькая рыбина. По-моему, как раз наш большой водный динозавр должен жить хорошо с маленькими водными динозаврами, если я правильно понял то, что там описывается. Но это не точно. Давайте еще раз почитаем. Да и как нахрен вообще понять, кто такой маленький, а кто такой
большой, да? Давай мы на тебя посмотрим. А, тебя нужно обследовать пока что. Ты пока что не обследован, так сказать. Возможно, когда-то это произойдет. Я не знаю, где твой рейнджер, но он должен подъехать. Значит, метриокантозавр, мы тебя хотим куда-нибудь засунуть. Наверное, сделать для тебя не очень большой вольер вот здесь, оставив место под что-нибудь. Да, это, наверное, логично было бы. Возможно, здесь я буду строить все-таки забор обычного формата. Потому что, ну а нахрен мне большой забор. Значит, мы знаем, что вот это, в принципе, это размеры здания большого, я имею в виду, за забором. Поэтому я вот здесь буду делать вот так. Пока что будут прямые линии, не обессудьте. Возможно, где-то мы свернем в правильную сторону. И, наверное, супер большой вольер я делать не буду. Да, он будет квадратный, я понимаю, что я делаю. Но уж извините, пожалуйста. Здесь каких-то кульбитов я выписывать не хочу, потому что, ну, я уже навыписывался, если честно. Толку от этого никакого, только нервы тратить. Ну, ладно, давайте я здесь сделаю полукруг, если от этого кому-то легче станет. И то тут полукруг еще надо как бы сообразить, как его правильно сделать. Ну, вот такой, например. Замечательно. А я так думаю, блин, что, а если я не попаду сейчас по размерам? Вот это будет действительно грустно. Короче, пока что повременим мы, наверное, с вольером. Сейчас я посмотрю, сколько это вообще стоит, все дело. Так, у нас тут кто? А, у нас вот этот дядя. Так, у нас тут раз, у нас тут два. Продолжительность жизни, 1 260 000 нахрен. Классно. Я обожаю эту тему. Кто у нас поедет этим заниматься? У нас должна поехать инкубация, которая еще не отдохнула. И вот-вот отдохнет, да, я правильно понимаю? Давай, мы тебя очень ожидаем. Замечательно, поехали опять же сюда. И выбираем теперь на этот раз ученых, но теперь 100%. Бюджетная инкубация, хорошее влияние по классике. Ну и давай кого-нибудь типа бюджетных исследований сюда закинем. Но на самом деле такое себе. Наверное, даже вот этого лучше. Поменьше времени потратить придется. 882 000. Ну вот видите, тратим деньги в основном на старых динозавров. Кстати, я хотел посмотреть здесь, сколько будет нам стоить вывести тогда метриокантозавра, да, или как он там зовется-то. Вот этого дядю. Слушайте, а мандюгозавра мы не выводили. А где тут посмотреть размеры того, той области, которая тебе нужна? Вот это 1 850 000 стоит? 1 350 000. Но вот этот, наверное, все-таки будет поинтереснее, да, в этом плане. Давайте посмотрим, что... Погоди, еще раз. Здесь 675. Ну да, он как бы подороже. Наверное, логично предположить, что он будет попривлекательнее, соответственно. И вроде как бы он не очень большой. Помните, мы его как-то выводили уже с вами. И в целом, вроде он нормально был. Да? Нормально себя проявил, так сказать. Пускай будет черно-зеленый. Так, по модификациям. Вот прожорливый мне совершенно все равно. Долгая жизнь на максимум. Что тебе еще надо? На тебе нахрен здоровье, да, наверное. Ну давай терпеливости одной дадим тебе. И здоровье вот так вот, чтобы было нормально. Ну, короче, 877 000, это у нас 5 яиц, кстати. Слушайте, я думаю, что тут не самого большого вольера будет достаточно. Мне кажется, вот здесь надо будет сейчас повернуть. И, по-моему, у нас вольер, когда мы играли в песчаный парк, был и поменьше этого. В общем, цель этого вольера, по сути, сейчас привести в порядок экономическую составляющую тех магазинчиков, которые находятся рядом. Но в любом случае здесь надо и просмотр, и всякую хрень вот эту вот делать. Гиросферы любят те гости, которые... Опачки, а нахрена у нас ограждение сломано? Слушайте, а динозавр разбушевался от одиночества, вот это нехорошо. Короче, я даже не знаю, как тут лучше поставить эти все смотровые площадки. Да, в принципе, что тут думать? Берешь и ставишь, да, и все готово. Вот оттуда видно, здесь видно будет. Блин, лишние дороги, это, конечно, не в нашей сейчас компетенции, так сказать, да. Не в нашем случае лишние дороги проводить. Ну да ладно, наверное, все-таки проведем. И, возможно, это что-то даст. А если я сделаю вот здесь... Блин, а если я сделаю все-таки угол вот здесь какой-то другой, да? То есть вот так, например, я сделаю. Так, хорошо, другой план давайте попробуем. Если я вот эту башню сюда ставлю, можно, пожалуйста, мне ее крутить так, как мне надо, и она не будет прилипать. Слушайте, мне надо сейчас вот сюда бежать, потому что мне надо выпустить с вертолета срочно особи, которые помогут от одиночества избавиться, иначе они начнут мне тут все ломать и мешать. Ну ладно, с этим разобрались. Выручка, я так понимаю, упала, да, потому что динозавр свалил. Ну да, все, в принципе, верно. Я убежище не открывал, поэтому все достаточно логично. Давайте сюда поедем и будем пытаться вывести метриокантозавра. Значит, назначить ученых. Кто у нас тут есть по синтезу? По синтезу есть барышня, которая устала, но я ее последний раз назначу. 472 000. Это приемлемая сумма, поэтому попробуем вывести сейчас побольше динозавров. Я надеюсь, что все получится. Делать ли здесь две вышки с двух сторон? Вот это хороший вопрос. Я думаю, что все-таки нет, потому что вот это вообще бессмысленно, беспощадно, опять же, в данной ситуации. Мы будем создавать с этой стороны смотровую площадку, мы будем с этой стороны делать какую-никакую дорогу. Наверное,
наверное, я буду в этот раз отступать здесь какое-то место, не буду его экономить очень сильно, для того, чтобы здесь тоже в дальнейшем строить магазины. Как вы поняли, без этого просто никуда. Здесь мы просто бахаем вот так вот дорогу, более-менее адекватно. Адекватно не очень получается, но тем не менее. Ну, потом, если что, я как бы дорогу подвину, это уже мне совершенно не интересует. Здесь в данной ситуации все-таки основополагающее это то, чтобы это работало. Давайте вход мы сделаем сбоку, вот здесь он не будет нам мешать. Список контрактов обновлен. Ну-ка, еще нам тут предлагают. Поймите, еще. Поймите, мы боремся с двумя крайностями. Люди стремятся либо использовать нас, либо помешать нам. Вот почему мы так сосредоточены на текущей работе. Добавьте в свое расписание новую задачу. Замечательно, я добавляю новую задачу и... А где моя задача? Я что, не добавил? Почему мне не дали задачу? Эй, вы видели, я нажал сфотографировать особей. И какого хрена? А, вот, фотограф. Тиранозавр Рекс, делайте фотографию особиест. Охренительно просто, Тиранозавр Рекс. Замечательно, люблю Тиранозавра Рекса, как вы понимаете. Ну да ладно, что у нас здесь происходит? Здесь вроде все готово, давайте смотреть, что получилось. 4 яйца и... И 2 яйца из них не очень. 2 яйца не очень. Попробовать ли вывести еще? Я буду пробовать. Я хотел бы сразу вывести нормальное количество яиц. Да, я знаю, что трачусь, но извините уж, пожалуйста. Нет, мне придется отпускать ученого отдохнуть. Слушайте, ну возможно что-то изменилось. Потому что, видите, здесь начали ходить люди. То есть, как бы, видите, вот по этим дорогам они начали прям ходить. И это меня радует. Ну-ка, минус 1000 уже все-таки хорошо. Минус 4, тут было намного больше в минус. Но вот это сувениры, конечно, расстраивают. Хотя, помните, здесь была все, везде красная зона. И сувениров не было как бы нигде в данной области, поэтому, ну, это достаточно странно. Плюс здесь есть смотровая станция гиросфер, которые должны тоже ходить, чтобы кататься, смотреть на Индоминуса. Наверное, Индоминуса надо было делать где-то в центре. Возможно, есть смысл его перевести. Перевести куда-то, где он будет чувствовать себя комфортнее. Может быть, даже перевести его вот в эту часть, ближе к центру, здесь какие-то магазины и так далее, и все это, в общем, заработает с ускоренным темпом. Подумаем над этим, здесь, может быть, что-то будет другое. Стегозавры устроили драку, идут нахрен сразу же, потому что я сейчас этим заниматься не очень хочу, и у нас, я так понимаю, здесь... А, ничего у нас не готово, ведь я ждал, пока ученые отдохнут. Попытка номер 2, давайте назначим ученых. Я пока что, видите, тиранозавра не вывожу принципиально, хотя в целом можно было бы, да, наверное, уже. Уже можно было бы, и было бы все замечательно. Пожалуйста, хорошее влияние, сделай так, чтобы у нас было много хороших динозавров. Нахрен я добываю эту сотку генома, если это влияет ни на что ровным счетом, кроме как на количество геномов, которые я туда могу запихнуть. Я время покручу, но мне нравится, что здесь люди начали ходить, и это меня прямо радует. Знаете, я тут подумал даже, а что если я вот это перенесу вот сюда? Но смысл тогда, да, здесь гостиница? Нет, наверное, это бредовая идея, все-таки так делать не стоит. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Блин, почему не могу перейти туда, нажав на эту штуку? Ладно, я не гордый, я съезжу. И посмотрю, 2 яйца, ну вы просто угораете. 2 нормальных динозавра без каких-то проявлений свойств. И это стоит 2 миллиона 700. Давайте-ка я вам расскажу одну интересную вещь. У меня игра баганулась, и я теперь не могу скорость поменять. Вот такая вот фигня. Я могу поменять ее циферками, но не могу поменять ее здесь нажать. Как бы это не то чтобы проблема, но в целом, почему это произошло, я совершенно не понимаю. Нам бы вот 2 миллиона 700 получить. Непонятно, куда делось мое задание с фотографиями в итоге, да, почему его нет здесь. В общем, игра периодически странно работает, будем честны, да, так или иначе. Тут опять сдох, и я надеюсь, что ничего серьезного. Ну, Раптор, кстати, неприятно. Но эти ребята вроде и втроем будут чувствовать себя нормально, но это нам говорит о том, что скоро Рапторы как бы отъедут отсюда. Вообще все в мир иной, и вот это будет действительно по-настоящему грустно. Я здесь не добавил пока никаких гиросфер, наверное, это неправильно, но я пока что морально для этого не созрел еще, может быть, потом я добавлю. Я вот воды вам сюда добавлю, вот добавлю какую-нибудь козу, например, добавлю какое-нибудь мясо, и буду надеяться на то, что когда-нибудь я выведу этих динозавров. У нас появилась возможность все-таки проверить нашу теорию насчет появления бабла на счету, так сказать, да, за счет того, что мы можем кого-то вывести и таким образом, соответственно, увеличить популярность определенного места. Но это тоже все пока что непонятно, это мои предположения, давайте вот так вот засунем. 1 890 000 все-таки, да, не 2 миллиона с чем-то, хорошая скидка, я так сказал бы. Будем надеяться, что здесь всего хватит. Размещать ли сюда станцию гиросфер? Ну, я не знаю, может быть, да, все-таки, потому что гиросферы очень нравятся гостям, которые стоят достаточно дорого. Привлекательность велоцираптор смерть, по-моему, вроде это уже было, да, и пока что он еще не уехал, что ли, я не знаю, вот этих вообще не видно, короче, меня это уже раздражает, если честно, с этим видно-не видно. Я что хотел посмотреть-то, рейтинг парка, я хотел посмотреть продажи билетов, и вот смотрите, роскошные гости, которые занимают сейчас 27% из всех гостей, платят 108 тысяч за 27%, если здесь будет 39%, то какая стоимость получится, да, понимаете, о чем я говорю, им нравятся разные особи, им нравятся гостиницы,
и гиросферы. То есть, как бы потихонечку, всеми возможными способами я приближаю увеличение этих гостей. Я могу бахнуть еще гостиницу, как вы помните, прямо вот здесь. И в целом посмотреть, что из этого получится. Она стоит, конечно, достаточно много, но эти деньги у меня есть. И вот здесь гостиницу я бы построил с удовольствием, потому что мне кажется, она бы чувствовала здесь хорошо. Давайте рискнем и привлечем, попробуем еще больше гостей с меткой роскошь, потому что эти ребята нам действительно дают много бабла. Кстати, выручка действительно увеличилась. Возможно, это связано опять с теми же самыми гостями, но пока что нам нужно немножечко ждать, пока у нас выведутся динозавры. Опять кто-то нахрен умер, да вы чё, достали меня, ты кто? Ты стегозавр, идёшь нахрен. Ну ладно, надо будет опять стегозавров выводить. В общем, смотрите, что я заметил, давайте для начала покажу. Здесь появилась прибыль неожиданно. Возможно, для этих зданий нужно какое-то время, чтобы они разогнались. Как бы это странно ни звучало, но тем не менее, динозавра мы им туда сейчас подселим. Потому что нам это нужно так или иначе. Я надеюсь, что вам хватит вот этого места, и вы будете чувствовать себя нормально. Пока что без гиросферы, я потом её, может быть, приделаю. Сейчас посмотрю, что нам хватает места. И так далее, потому что... О, слушайте, заработала стрелочка. Видели, машинально щелкнул, обратил внимание то, что смог. Не знаю, что случилось, как это работает, но, в общем, видите, игра приколюхи такие подгоняет. Значит, люди здесь тоже начали ходить. То есть, в принципе, места разгоняются, так скажем. Что здесь у нас? 20 тысяч. Здесь у нас минус 790. Вот это мне непонятно, почему так и никак иначе. Я не знаю, что я делаю неправильно, но вроде 38 вот процентов вот этих вот гостей здесь, 48 вот этих, и как бы... Все условия соблюдены. Может быть, как-то конфигурацию нужно изменить и что-то еще добавить, но я не думаю, что в этом есть смысл. Если я вот так что-то сделаю, то это мне даст еще больше этих понизит. Не понимаю, вот честное слово, не понимаю вообще, как это работает до сих пор. Мы пока что ждем динозавров, которых везут на вертолете, и, наверное, после этого уже будем смотреть то, что получится, и подводить итоги. Денежка идет, конечно, мы, видите, как-то можем развиваться, какие-то здания строить. Ну-ка, 15 тысяч, 16, смотрите, здесь видимых особей 3, и это привлекает людей. 2900 привлекательности за счет вот этого динозавра, я так думаю. Сейчас вот эта привлекательность тоже должна вырасти. Смотрите, сейчас 438, и я думаю, что она сейчас вырастет. Мы чуть-чуть попозже чекнем. Сначала мы чекнем вот этого динозавра насчет того, как он себя чувствует. Он любит много леса, это не проблема для нас, как вы понимаете. Лес мы ему дадим. Все, пища у него тут есть, я ему уже все сделал заранее. Воды ему хватает, удовлетворен он на 100%. Проверяем. 948 уже стало. Здесь у нас стало 4000, что здесь у нас? Ну, пока что минус 6000. Я думаю, что все-таки моя теория работает, и надо действительно делать именно так, некими зонами, да, для того, чтобы это все максимально эффективно было. Соответственно, вот эта вот зона, она как бы неэффективна, потому что если бы я сделал вольер продолговатым и делал бы еще вот здесь, около него, вокруг что-то, то тогда бы, наверное, ситуация была бы другой. То есть тут вариант у нас какой? Перенести все-таки Индоминус Рекса уже с полученными знаниями вот сюда, сделать здесь какую-то правильную зону с магазинами, да, и, соответственно, за счет этого освободить вот это место, где можно что-то уже будет переделать и сделать, чтобы это правильно работало. Давайте еще раз посмотрим, действительно, прибыль появляется. Здесь 1500 привлекательности, видно 4 особи, и здесь уже 12 тысяч. Итого, наверное, прибыль все-таки у нас растет. Да, она чуть-чуть подросла, но это прям так не сказал бы я, что заметно. Здесь уже 25 тысяч. А здесь прибыль при этом падает 48, 31, а вот здесь было 50. То есть эти гости уходят туда или куда они деваются, я тоже, опять же, не понимаю. На всякий случай показываю, какой он метриакантозавр. Вот такой, да, то есть тут как бы ничего нового, мы его видели уже со своими маленькими ручками, все вот эти мини-версии тираннозавра. Конечно, тираннозавр нам нужен, и, наверное, в ближайшее время я бы хотел бы накопить денег на то, чтобы я получил 100% генома тираннозавра и уже думал про то, как все правильно разместить. Но согласитесь, бассейн еще один здесь прямо рядом, он напрашивается вот тут. И если нам туда удастся запихнуть какую-то животину, типа вот того нового, которого мы пытаемся добыть, и он будет еще с более охренительным рейтингом, чем вот эта вот особь, где у нее тут 2500, то я думаю, мы точно выиграем, и тогда около этой зоны можно будет где-то размещать тираннозавра, ставить здесь выход с монорельсовой дороги, около этого всего ставить магазины, и тогда наша прибыль вырастет в разы. Но это, по крайней мере, все в голове так звучит, а как это получится по практике, я не знаю, потому что место как бы по сути уже заканчивается. Понятно, что с этой дорогой я немножко перемудрил, и здесь надо будет что-то менять, но надеюсь, что суть вы уловили.
Короче, я думаю, что на этом надо подвести итог этой серии. Она была такая, больше про разговоры, да, мало мы сделали чего, но а что я тут сделаю? Я как бы сижу без денег, по сути, и пытаюсь эти деньги заработать. И не будет такого, что я приду к ситуацию, когда денег у меня слишком много, да, то есть потому что, ну, слишком много в этой игре не бывает. Возможно, ну, возможно, так изначально было задумано, чтобы было чуть сложнее. Я очень переживаю вот за этого динозавра. Если он сдохнет, а он как бы у нас считается самым любимым динозавром в парке, то будет действительно грустно, и мы с этим ничего поделать не сможем. Надо будет еще вот сюда рейнджера подогнать. Кстати, наверное, пока я не забыл, я это сделаю сейчас, потому что, ну, я стопудово про это потом забуду, и будут у меня какие-нибудь сложности. Поэтому давайте рейнджеров сюда обозначим, тем более у меня один есть. И вообще вот это уже неправильно, что у меня так далеко находится рейнджеров, вот этот загон. Загон для рейнджеров, если вы понимаете, о чем я. Он должен быть намного ближе, и тогда ситуация будет немножечко другой все-таки. Ну, вроде обзор есть, да, люди здесь появились. Видите, природа, роскошь, привлекательность 1200. Кстати, она немножечко упала. Отсюда сейчас все равно никого не видно. То есть надо было вот это все вести вот здесь. Но я сейчас боюсь это переделывать, потому что я нахрен столбами снесу опять какую-то флору и фауну, которая опять же повлияет на состояние динозавров. Это все придется доделывать и так далее и тому подобное. Я думаю, что вы понимаете, о чем я. Ну ладно, я думаю, что эту серию будем завершать. Экономика пока что нам поддается с трудом. Надеюсь, что в следующей части мы сможем с вами все-таки произвести какие-то действия, которые принесут нам больше прибыли, но с меньшими расходами. Конечно, это все сказки, но, возможно, у нас что-нибудь и получится. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока.